Глава правящей Народной партии Австрии объявила о победе на национальных выборах, что делает его самым молодым мировым лидером. Новостью о впечатляющих успехах молодого политика поделился Daily Mail. Министр иностранных дел Австрии 31-летний Себастьян Курц заявил о победе в воскресенье вечером после того, как по предварительной оценке его партия уже набрала необходимое большинство голосов. На тот момент было посчитано только 90% бюллетеней. Молодой лидер, получивший на родине прозвище Вундерузи, Вундеркинд, пообещал сократить пособия для всех иностранцев в Австрии и остановить вмешательство Европейского Союза в политику страны. Курц отметил: «Я, конечно, хотел бы создать стабильное правительство. Если этого не удастся сделать, есть и другие варианты.